Привет. Я так не понял, при чем здесь это, как его, цветовая слепота? В смысле? Цвета-то особо не сильно поменялись. Блять, такое ощущение, что у тебя есть какие-то проблемы с восприятием цвета, блять. Ты имеешь в виду из-за этого? Это сделано для людей, которые, блять, неправильно как-то воспринимают цвета. Может, у некоторых вообще черно-белое все. Я выпрыгнул нахуй. Видимо, им так удобнее, блять, ну, различать цвета. Один цвет может у них какой-то темный получается, а другой светлый. Я вообще хуй знает, как можно, допустим, играть в эту игру и все черно-белое. Ну да, Я бы вообще сливается. охуел. Тут, блядь, и цветное хуй помешало. Вот чтобы им хоть как-то легче было различать, делали такую хуйню. Там два чувака в других будках. Да, я вижу. В дальних. У картошки тоже вроде такая херота есть. Угу. Чуть-чуть другая, может. Я не знаю. А, он смысл одинаковый. Меня подергивает. Незнакомый. Коллиматор есть. А пушки нормально нет. Зато, блядь, три аптечки. Пиздата. Когда три аптечки. Не вышли они там. Это пока не видно. На пистолет и граната. А, вот, дробовик нашел. Мерзко. Не могут вокруг бугра слева обойти. Кто тут темка еще? Добавить. Если они слева обойдут, я не увижу. Там, где ты. Я увижу. Они из-за бугра будут выходить. А вон справа в поле бежит. Тупо по полю ебашит. На меня, блядь. У тебя? Да. За деревом где-то. Или за кустом. За деревом в поле стоит чувак. Там вот, блядь, дерево где-то. Вот здесь. Там чувак за ним стоит. А второй я хуй знает где. Может, он слева сейчас прибежит? Второй вот слева, бугор побежал, я пойду его смотреть. Пошли вдвоем его ебанем. Бугор тупо побежал. Близко? Да. Но я так думаю, уже он побежал близко. Значит, надо быстрее, пока второй не пришел. Понял. Второй за дерево выбежал. Второй он подбежал. К домам подбежал. Был возле желтого. Сейчас я слева пойду. Но он уже близко. Я вижу. Чуть не вижу его. За домиком этим ближним стоит. За стеной. Не вижу. Ты убил его? Да, да. А, вот работает этот парашют. Какая? Дуплей. Калашки здесь. Второй броник в ноль разбитый. Я думал, не работает. А диета пехотинец. Хочешь, тут компенсатор возьми на калаш. И ПП глушитель здесь.
Пистолет. Энергетики там скинул. Пистолет выкинул, держу курс. Пистолет выкинул позже. Там оставил энергетику, блять. Где там? Ну, в этом пидоре. В пидоре. Твоя метка, блять, я бегу. Чё, думаю, не убирается, сука. А желтый цвет такой остается, желтый. Ну да. А и тут все золото. Пойдем на мост. Или не пойдем? Пойду. У меня патроны, в принципе, блять. Победи забор. Патроны есть, в принципе. Все компенсии. Машина что ли едет? Не слышу. Показалось, где-то мысли. Теперь можно попробовать красный прицел поставить. Ну да, у меня он, в принципе. Хуйня какая-то. А, не, у меня зеленый. Есть. Ну, зеленый нормально видно. Чуть не нажал выйти за эры нахуй. Мне что-то прицелы, блядь, никак не меняются. Что-то я с карби завесом слабо зажал, блядь, пацан исчез. Куда ты район? Что-то цвет прицела, походу, не меняется. Такой же уебанский, как и был. Белый поставил, блядь, мне вообще не нравится. Да я оставлю под дефолт зеленый все оставлю. Хуёвые. Они какие-то, блядь, бледные, не уедно нихуя. Да, да и вообще... Все прицелы, которые в этой игре есть, вот именно нарисованные они, блядь. Форма прицела уебанская, цвет бледно ебаный. Я поэтому и не менял, потому что я особо ничего не меняю. Просто то, что к зеленому я уже привык. Каска вторая здесь лежит. А вся броня вторая. Дырчик бы найти. Котяж. Патрон мне нужен. Вот и будет. Ну да. Ты не взял? Не, я не взял. Вообще нет патрона. У меня на М-ку задник есть. А, у меня. А? Я гараж с этим не лутал. На скар. Лох, Питер. Тут еще калаш. Аромат. Короче, повыкидываю всякую. Все равно не влазит. Я, наверное, попробую катку с дробашом отыграть, как второе оружие. У меня почти всегда дробаш есть. Вообще неизвестно, просто пригодится он. Впритык уза стрельнуть сюда нормально. Обойму увеличенную взял себе. Себе? Да есть. Два энергетика. Карт, два пидора. Где? Пошутил. Лежит в одной куче компенсатор, а кар, обойма. Компенсатор, кара, обойма. Карт. Компенсатор на NP, кстати. Нахуй не душит. У меня, в принципе, я, походу, так и буду играть этот калаш и дробейк. Повыкидывал всякую хуйню. Держу в курсе. Хватит мне энергетики. Ты тут все залутал? Да, я бомбу дал. Калаш, срака патрон. Компенсатор, но... Срака патрон. А, она еще. Придется ждать машину. У нас ее нет. На маньяк схожу. Бля, мне цевье любое. Я выкинул нахуй. Я сказал, я выкинул. Ты не сказал, что цевье. Ты сказал, что такую хуйню. Цевье тихо. Всякую хуйню. Там задник. Уебанскую ручку. Чок бы на дробовик. На кар нашел. На кар нашел? На кар. Конь. На кар. На кар. На кар. Май 20 бинтов. 20. Я выкинул нахуй.
Я 6 штук оставил. 5 так. Было 25. Там что-то нихуя не влазит. Да, у меня первые. У тебя энергетики есть? 5 штук. Машина едет, влазит. Бегу. Ну уже близко. Но я с края моста буду почти стрелять. Почти посередине. И за ней моток едет. Я тут буду стрелять. Сзади тебе. А моток остановился. А чё, он один ехал, что ли? Не, чел за ним на мотоке едет, он где-то здесь, он остановился где-то. Походу посередине, в машине. Тут ручки вот есть. Да-да, в машине. Если есть X туда, посмотри. X2. Можно посмотреть. Нормально, друг его обоссался. А чё, друг его один на вазике ехал? Вот этот первый на вазике, а второй на мотоцикле. А чё он ехал на пассажирском месте? Ну, он пересел. Ты что, не знаешь, это тактика такая. А сзади едет оптимист. Да. А, попал чуть-чуть. А, он слева, слева сидит. Где? Да. За ящиком? Да. А я чуть подумал. Я там еще на оптимисте цепанул пацана, можно обидеться. Он больше под машиной стреляет, смотри, аккуратно. Он нормально так стреляет, вот там, где ты сейчас стоишь. Он за КамАЗом или за ящиком? За ящиком, слева. А шо вы? Если я зарашу, ты его не убьешь справа? Или ты зараш, а я убью? Я могу куда сейчас, давай. Быстрее. Куда не с этой же стороны? Блять. Бля, попал в голову ему. Я попал ему несколько раз. Всё. Хорош. Сука, бригада террористов. Ага. Просто сзади там эти на баги сейчас обидятся, прибегут. А мы будем сосать с двух сторон. Ебать, у тебя коллиматор, короче. Я ему в жбанину раз хорошо прорядил. Ну я ему вообще сдалека. Ну что-то лишнее есть? А что надо? Обойма там есть. Коллиматор, ключ. Компенсатор какой-нибудь. Нет, нет. Ой, компенсатор. Короче, сейчас гляну. Вот, нормальный коллиматор есть. Да. Лодка катается справа. Ты ручку того чувачка взял? Нет, пойди возьми, меня не буду. Все, попробуй посмотри. Хорош. Убил. Он умер сразу. Я убил, чувак. Да успокойся, убил. А что там кровь вылетает? Ну трупик лежит на лодке. А, окей. Ты псих. Че, хочешь лутанем? На мотоке можно быстро съездить. А вон лодка под нами. Да на мотоке быстрее будет. Да, это правильно. Они вроде не сильно далеко от берега. Странно, как-то я в голову ноткнул чувака сразу, я аж охерел. Ну я попал в него, а ты, наверное, добил. Ну прикольно, написали в голову. Да посмотрим, что. Нет, дробаш вообще нормальный, вот так вот. Я мог, в принципе, с кара даже и не он попал. Он там был раздолбанный. Поэтому если, хватило. Если ты ему жбан попал, у меня там ТП, наверное, вообще не было. Я и кроме жбана еще попадал. Блин, а где еще один чувачок? Раньше где-то. У него аптечки тут, энергетики. Второе Печь. Тело. Головы нету. Пойду, блядь, искать. Я думаю, М-ку брать, не брать. А вот он, второй ящик. Лол. А ты на М-ку не будешь брать? А я взял уже, ну. Вот еще второе тело. Аптечку тут возьму. У него ВСС. Куда там? На мотке поем. Ну я себе ручку взял. Могу, в принципе, на инку патроны добрать. Возьми.
А там чока нигде нет? Да. Поехали. 130 ну. Чё с ВСС? А чё на лодке? С ВСС вообще да, огонь. Там и так картошка вылетает с него. Первая, как с этой картошкой, никогда стабильно не будешь попадать. Там если попадаешь, то не особо есть смысл. Я думаю, если в третьей броне чувак будет тусоваться, то можешь вообще не стрелять. На пенсии не будет стрелять. Нормально, я вышел. Я застрял. Я сейчас так же застрял. Ногами в этой параш. А где тут трупик был? А вот там появился. Блин, даже ни одного X-плюса нет. Тут X2 есть и ручки ламигасителя. У меня скоро вообще фуловый компенсатор со всей фигни. Не, и дробашка. У меня голова немного не очень. Да может все подробно, дробашка. Чем я ебату на кар ношу, я хер вы знаете. Да я тоже по привычке ношу. Нахер, места все равно нет, нихера. Уже когда понимаешь, что кар у меня не будет, я ее выкидываю. Да даже если будет кар, это херота не особо. Чем она мне поможет, что я в башку попаду? Ничем. Ну быстрее буду заряжаться еще. 5 отключ. Оп, спижены. Да вон еще валяются. У него места уже нет. Там вот на 60 на бугре кто-то сидит. Пиздец, в упор бывает с калаша ничего не попадаешь, сейчас одиночно михернет куда насыпал. Хотя я никого особо так и не убил. Когда ПВП лупишься, что может в починке поедем? Бля, вот этот башенка попал, лучше вот так сидеть, бля. Как? Хотя ладно. Ну, просто я вот так выше тебя сижу. Ну, когда ты сидишь справа, то, блядь, если человек стрелять не умеет, он может случайно либо в тебя, либо в меня попадать. Ну, да. А так ему надо именно нацелиться в нас. Ничего не интересно. Мой. Если да, микрофон нарисован, то да, если нет, нет. Нажми Ctrl-Z и включи микрофон. Чего, Alt-Z. Сейчас ты опять скатки выкинь, будешь ныть. Я приехал, конечно. О, чок. Здорово. Наша ебата уезжает? Что-то там, да, скрывал. Ручка лежит тебе. Энергетику возьму. Да, у меня... Мне их так дохера. У меня 7 штук, 8. Никого и не было. Одинокая ручка такая лежала. Одинокая ручка, еще одна лежит. Одинокая ручка, мы не в зоне. Чучу. Чучу. А
Хорошо. А вот чуваки по бугру бегут далеко на 60. Пошли в КамАЗ сядем. Они остановились. Пошли в КамАЗ сядем. Три раза попал. Короче, я в КамАЗе. Надеюсь, тут не занято. Блять, ну вдвоем там сидит. Блять. Значит, не сиди, да. Если не пердеть, то нормально. Без такого. Слева нихуя не видно. Там были челики, я там не знаю. На камни они были. Но они, наверное, туда дальше за двор побежали. Хер. Аббас. А вон за деревом вижу. На 75. Высоко. Вон он. Побежал дальше по бугру. Вообще похуй. Трык. Дрыгается так. Куда? Бля, был бы их, я уже ебанул. Дрестобег. А что, это никого нет, что ли? Починка. Надо бы, наверное, дырчик еще брать с собой. Ебать, мы не в зоне. Ебаный рот, блядь. Чучук. Нужно просто в поле, блядь, лечь, как бы ебан. Можно либо вот тут за камнем сеном тусоваться. Это ж на карте оно отмечено, сено и камень или нет? Или что это отмечено? Стены. Там моя тропа сидит. А нас слева чуваки вдоль бугра не зарашат. Они далеко очень там были. Я хер знаю, как в теории они вообще успеют перебежать. Да, ну тут было бы не хуйно зарашат. Они вообще туда дальше бежали, что выше. Ну да, тут если сюда бежать, то только в поле. Ебанутый, нам, блин, можно залезть куда-то там на 35 этаж и стрелять в поле. Нет, камень не в зоне. Я побежал, короче, в дома ебаные. Да, я тоже так думаю. Без вариантов здесь находиться. Там открыто везде. Можно на вышку ебануть. Как психи. Это что? А, первый шлем, я думал третий. Что надо он, в следующий? Это дробаш полный сбор. Лежит, брат. Походу. Это ебанутая комната, я не, внизу слева ненавижу. Там все время какая-то ебота сидит. Опа, шлем фуловый. Здрасте. Драть ты. А мы вылезем потом отсюда, казалось, блядь. В окно, блядь. Слева есть выход. Ну все. Мне кажется, тут есть почти. Правда. Блядь, похуй. Зона пошла. Я сзади смотрю. Мне кажется, впереди, блядь. По полю это пиздец. Сейчас проверяй, будет зона чистить в поле. Но на вот этих домах будет зон. Вряд ли она в нас упадет. То на этих ебаных домах будет. Или там, да. А там 500 человек. Все вот тут будет нормально. Там чувак, который на бауре тут сидит, выиграет. Еще. Если ему ебало никто не оторвет. Хотя последнее время вот эта позиция, где ты стреляешь из укрытия, и у тебя башка торчит. Такое. Тупо в голову на сисосову. Никого не вижу. Сзади вор. Поттер стреляет. В Поттере два человека. Сзади в городе никого не вижу. Раш. Чуваков в Поттере раш. Вот зона... так вроде. Вы просто посреди поля. А я выпрыгнул это окно справа. Лол. Толстенькая? Да. Да, нормально. Я тоже. Толстенькое окно. О.
нахуй ты чего слышишь, блин? И даже в траве лежат, да. Слышишь, что увидишь. А в патруль, да, человек. Это там... вообще похуй. Да, да? Тут заборчики есть, хуй. Главное, чтобы там сзади ничего не было. Ой, я могу в эту дырочку стрелять. Дырочки? Угу. Она очень удобная, кстати. Как раз видно туда, где надо. Там что-то на боре, чтобы стрелять. Да, там на СЕ, чувачки. Но они сюда побегут, кстати. Лево должно. А что, я в зоне, получается? Ну, я в зоне. А, вообще он весь в зоне этот. Угу. А, вон, видишь, чуваков далеко на СЕ. В конце зоны, что ли? Блять, ты остановишься? Нет, я и так вот коллиматор нихуя не вижу. Я сзади посмотрю тут. Просто за дерево остановился. Вау. Ты справа не можешь посмотреть на S на 210? Чувак в потре меня смотрит. Это откуда тебе? Поттера. Ну я ему тоже насвал там пиздец. Он тоже зашел закрыто. Зона на Поттере. Поле чуваки бегут. Зафиксировал. Нормально, у меня шлем разбил. Это труп? Она в поле лежит, на бугре, да. Ну, чувакам просто повезло. Пуля, могу сказать. Потому что в Поттер в зоне, ну да. Тебе что-то надо дать? Да нет. Пиздюлей. Пиздюлей можно. Тебя в зону надо будет. В принципе, нам под Поттер вообще поджаться можно. Тут же нет окон. Окон. Сюда не попал. Да, этот бугорок. Я в домике. Я понял. За маленьким бугором лежу. Я в зоне, лол. Там впереди чувак стоит. Впереди тебя? Да. А, забуд. Долбоёбы обиделись. Я теперь ничего не вижу. Но я тупо в зоне.
блядь, одна граната. Если тебя заражат, то я ничего не увижу. Я понимаю. Я там чувак 50 дымовых кинул. Может. Не всех конченых война забрала. Я тут такую вообще микробугорочину нашел. Сейчас все побегут, Лех. Я не знаю, просто я побегу. Я не знаю, стрелять мне в них или не стрелять. Могу под тебя гранату кинуть дефолтную. Тебе помог. Я видел, мне пизды прилетело. Я ему попал, алё. Да. Тут где-то чувак в поле впереди. Мне походу их два там. Мне похуй, я в зоне. Вот тут вдоль дорожки справа где-то челик должен быть. Я видел, он там где-то ползал, блядь, я тоже по нему пытался стрелять. Ну я в зоне. Но меня видно. Флешку кидает тут. Ты что-то видишь? Да. Они сейчас зону побегут. Где-то передо мной, чувак. Передо мной. А им надо вообще бежать в зону. Не пойму, это что, мужик валяется или ящик, или что? Ящиков там быть не может. Это тело лежит, что ли, не пойму? Он суицид сдох. От суицида сдох. Их же было два, остался один. А? Против нас один чувак остался. Пиздец. А второй вот он валяется, что ли, блядь? А чего он сдох-то? Тогда первый передо мной, блядь. Он в поле лежит или в кустах? Он, знаешь, где лежит? Блядь, если я ткну это. Прям вот, видишь, на мини-карте, где моя иконка, носик кончается. Да? Вот прям там. Вот там три куста эти, блядь. Можно психануть. И отсосать. Можно сковородку в руки взять и отхуярить его. Отхуяриться. Далеко лишь это? Ну так. Я пополз. Я рано откуда-нибудь кину. Вон не в меня. Под себя. Что-то она недалеко полетит. А, поворочек небольшой, поэтому я не попадал в него. Сейчас я его увижу, я так думаю. Да, вот бугорочек, и он за ним. Как ты умудрился его подсосать? Не знаю. Пиздец. Я думал, он уже твой. Я ему голову с калаша без шлема. Та-та-та-та. Нет фрага. Пиздец. Нет фрага. Я чуть-чуть бы дальше гранаты кинул бы, он бы сдох. Сколько у тебя фрагов? 7. Пидорас. Нет, 2. Где ты их 7 настрелял?